17:43, ми продовжуємо спілкування сьогодні про одеські новини, розмовляємо разом з Катериною Рудельман і, звісно ж, з Інфопорт. Інфопорт – медіапортал, який сьогодні до нас завітав у обличчі головного редактора Дмитра Яїцького, знов-таки Дмитро. Чергові новини одеські і не тільки. Про що далі? Далі. Да. Хочется сказать о интересном таком информационном поводе, а точнее даже о обвинительном приговоре, первом в истории Украины, который вынесли за деятельности гражданина Украины в социальных сетях. Так. Некий гражданин Украины, проживающий в Хмельницком, получил 2 года за публикации ВКонтакте. Ага, которых, тобто, да. Декілька місяців тому нам сказали, що контактом користуватися не треба. Не сказали, що заборонено повністю. Сказали так, акуратненько, не треба. Люди почали користуватися контактом. VPN-ами разнообразними. Да, VPN-и, да. ШМПН-и, бо там є друзі, з якими інакше не поспілкуєшся. Там є магазини. Есть привычные для людей ежедневные какие-то прикольчики, к которым они привыкли. Это музыка. Ну да, але ж, я знаю декілька людей, які завдяки контакту продавали дуже класно. Да, вони були, це був реально какой-то бізнес. Кластер такой. Да. І ось вони, усі ці місяці, мої знайомі, намагалися перевести цей бізнес на інші колеса. Вони пересіли на Телеграм, вони пересіли на Інстаграм, на щось інше. Дуже багато отримали негативу від цього, бо грошей не стало різко. Чмок і немає. По-перше, платформа сама не працює. Да? Ну, во-вторых, всі клієнти, які у них були раніше, вони також не можуть зайти на цей сайт. Ну да. Вот. Это такая штука. Вот он получил сразу по 2 статьям, 75-я, 77-я, Уголовного кодекса України. Ось таке. Тому, серьезно, просто... прикинь, якщо сьогодні ви зайшли в контакт, все ж таки, то... Быстро выйдите оттуда, быстро выйдите. Нет, хорошо. Он занимался там призывами к развалу государства. Да. Вот. Это же слова, вы понимаете? Ну, да, он написал там некий пост, в котором он призывал там к свержению нынешней власти. Слушайте, давайте ничего не писать. И ему, наверное, лет 8, да? Ну, я не знаю, ну, дали 2. Ну, как раз то в 10 выйдет. 10, да. Нормально. В продолжение этой нашей... Коли він выйдет? В 10 выйдет. юридической... Скиньте мяч. Скиньте мяч. Да-да-да. Есть в Одессе, кроме ассоциации шеф-поваров, еще ассоциация следственных судей. Так, Украины, пришли мы, слушайте. Которая тоже тропочку такую, да. Базируется в Одессе, которая в эту субботу будет праздновать свое 3-летие. В нее входят все следственные судьи, многие адвокаты. Ой, гулянка будет. Да. Мне кажется, Дима тут решил познакомиться со своими друзьями. Бачите, кого я знаю? Нет, но дело же не в этом. Сейчас большие реформы идут семимильными шагами в Украине, так. И они также касаются и там судебной власти, исполнительной власти. Вот эти ребята, ассоциация внедряет систему суд онлайн, и своей деятельностью она просвещает, освещает и обучает судей всей Украины работать в этой системе. Угу. Я спрашивал, почему, зачем она нужна, ну элементарно сказали, есть один такой самый большой у нас банк, который недавно стал государственным, угу. Он был негосударственным. Они очень часто и истцы, и ответчики в судах. Ну да. 3000 листов бумаги приносят, просто привозят на машинах, да, так. Иски, документы, копии документов. Это треба все здесь тримати, перечитати, конечно, зрозуміти. Конечно, и найти, во-первых, средства на это все. Ну да. Потому что суды в том числе должны отвечать в бумажной форме. Угу. А откуда эти фонды взять? Ну да, це вот. Принтер, поэтому весь, це бумага, це, документооборот переводится в электронную форму, в том числе подключается прокуратура, есть прокуратура онлайн, скоро будет адвокат онлайн, и все эти 3 ветки сойдутся в одной точке. Все исключительно в форме электронных протоколов. Ой, тобто, то ось воно майбутнє. Бережем деревья. Мы просинаемся и все робим в интернете. Проснулися, послухали в интернете. На телефоне, ну, есть. Да. Скачал, и ты можешь подать иск
со своего телефона. Слушай, серьезно? А чем ты занимаешься? Я подаю иск. Я сейчас тебя, Клара Михайловна, сейчас я тебе, вот ты стучала мне в субботу молоточком по голове, вот на тебе. Подал. Слухайте, ну, мені здається, що це все класно, але коли можна буде, якщо вже перейти на таку дійсність одеську, коли можна буде брати і штрафувати людей на автівках або пішоходів, які щось не так роблять, завдяки фотофіксації. А это уже шестерничество. Когда на этом можно будет зарабатывать, ты хотел сказать. Ні, я хочу сказати, коли ми зрозуміємо, що відповідальність несе кожен, хто їде по дорозі, хто йде по дорозі, хто переходить цю дорогу. От якщо їде автомобіль, і він бачить, що пішохід переходить не в тому місці, де потрібно, він є загрозою для інших життів. Він може сфотографувати його, цю людину, і ця людина повинна отримати штраф. Да. Бо вона не розуміє, є що... Є тільки проблема определення лічності цих людей. Слухай, я бачив, як це працює у Китаї. Я був у Китаї і бачив, як ця система працює. На китайському екрані, який встановлений в там, міліції в китайській, дорожній, кожна людина над кожній людині висвічується. Ім'я, фамілія, звідки він, ну, да, куди прямує. Масонський заговор. Є ось, система, да, определення... Це занадто. Да, но... Це занадто, но мені здається. Вот у нас це нормально. У нас так і должно бути. Ну да. А єдине, що закон должен бути один для всіх і не должно бути дискредитуючих случаїв, які віру людей в этот закон і пошатують. Оце було б класно. Оце було б дійсно класно. Вот. Проблема в тому, що многие делают разнообразные там штуки, да, и заходы принимают для того, чтобы закон и бюджет наполнялся за счет штрафов, но при этом не предоставляя эти права, условно говоря, не защищая права закона и горожан. Поэтому многие люди не верят, и это все дискредитировано полностью. Це так, система. Це саме так. Так, давайте, яка ще новина? Самая черная новость. Ой. Завтра Black Friday. Да, о, завтра Чорна П'ятниця. Дуже багато магазинів на завтра роблять скидки. О том, да, знижечки. І ніхто не знає, откуда вообще взялся ну, этот день. Ну как это? Yeah, made in America, ну, United States. Проклятые капиталисты. Дела, да, капиталисты рулят. Да. Они придумали все, чем мы пользуемся сейчас, начиная от бриллиантов, которые мы дарим, когда делаем предложение руки и сердца, Катюша, да? У меня это, есть, да. Это придумали они. Я знаю. Это придумали компании, которые продают бриллианты. Угу. Вот, завтра все будут бегать и, надеюсь, не будут драться, как в Америке, за телевизоры. А у нас немає таких знижок. Якби да, в нас були такі пока... знижки. Да, понти. Да. Ну, слухайте, мені здається, що все ж таки можна завтра щось собі таке знайти. Я от на завтра вже зрозумів, ага, я зайду туди, мені там треба футболочку собі свіженьку якусь купити для спортзалу. Чому мені її купляти? Та постирай стару, що ти як це? Не випендрівайся, ти посмотри на нього. Ну да. Буржуй. Все, он понял, що тепер це можна сделать. Ти вже нікуди не йдеш, все, тихонечко, включи кран і постирай. Да. Значит... Последнее, что, наверное, хотелось бы сказать. Давайте. Да? В субботу всех горожан приглашают на субботник, который состоится в Летнем театре. Да. Как мы знаем, началась у нас недавно история с этим театром. Много активистов, много движений вокруг этого всего происходит. Вот люди постепенно-постепенно вошли в этот театр и чем-то там занимаются, облагораживают и его. И всю субботу и, можно Богу, прийти и попрацювати можно. Там на можно благо летнего садика. Да. Да. Слухайте, ну класна штука. Мені здається, дуже цікаві новини. Дякую на... за все те, що сьогодні прозвучало тут в вечірній Одесі. Ми дуже благодарні медійному порталу Яїцькому і інфопорту. А я вам благодарен. А як я благодарен всем, кто нас слушает вот и да, слушал да. в этот раз. Да спасибо все, хорошо, вам, хорошо. Любимые одесситы, самые будут, замечательные, и самые так, ужасные вы ребята. Вы тут продолжуйте, а это была вечерняя Одесса. Вечерняя Одесса. Вы слушаете.